Бедная бабка Ёшка, справимся с твоими напастями. Сегодня расскажем о современных способах оздоровления. Болеть никому не хочется, тем более в праздники. Татьяна у нас мамочка продвинутая. Горчишникам и банкам предпочитает идти в ногу со временем. Помню, как еще в детстве нос грели солью в мешочке и дышали над картошкой. А сейчас все намного проще и эффективнее. Физиоаппараты нового поколения позволяют проходить лечение и профилактику многих заболеваний в домашних условиях. Легки в использовании, безопасны. Прекрасная альтернатива, если лечащий врач выписал физиолечение, а вы не можете пройти его в поликлинике. Физиолечение сегодня используется достаточно очень активно. Оно обладает бактерицидным, противоотечным, улучшает кровообращение в тканях. Но, несмотря на доказанную эффективность и универсальность физиотерапии, оно должно использоваться комплексно. То есть лечение должен назначать врач, и антибиотикотерапию, хирургические методы лечения никто не отменял. Еще один плюс физиоаппаратов, которыми можно пользоваться дома – доступность и сертификат качества. Можно приобрести только в аптеках города. При бронхите воспалительный процесс вызывает отек бронхов, начинается кашель. И здесь главное не запустить заболевание, не допустить хронической формы. Обязательно консультация специалиста и эффективное использование физиотерапевтических процедур. Так наша героиня Татьяна и поступает. Что ты? Ой-ой, может мне тоже попробовать, а? Только сначала к врачу, ведь в каждом методе свои противопоказания. А наша маленькая принцесса с мамой уже готова к новогодним праздникам. Поздравляю всех с Новым годом и желаю всем здоровья, особенно моей мамочке. Наша съемочная группа и команда 7 канала присоединяется к этому замечательному пожеланию. Спонсор программы – компания «Еламед». Действуют новогодние скидки на всю продукцию. «Алмак-1» – лечение остеохондроза, варикоза и травм опорно-двигательного аппарата. Эффективное лечение лор-органов – аппарат «Фея». Острого и хронического бронхита – аппарат «Мегафон». Успейте купить продукцию компании «Еламед» по ценам уходящего года в аптеках города. Благодарим за помощь в организации съемок медицинский центр «Реновацию» и мебельный мегаполис «Командор».